Территория огорожена. Начался демонтаж старой тротуарной плитки, уложенная более 10 лет назад. Она заметно износилась. Как подчеркивается, при благоустройстве к растениям отнесутся бережно. Все они будут сохранены. Площадь перед нашим городским собранием, дальше лунопарк, это все, Инна Анатольевна, как раз в едином комплексе будет, чтобы здесь все было четко в этом формате. Единственная просьба — чуть-чуть потерпеть, и понятно, что любимое место перегородили, но у нас дальше, пока погода позволяет, надо работать. Единственное, вывеску сделайте, что музей работает. Из курортного и здесь сделать, что музей работает, пожалуйста, пусть гости и туристы заходят. Будет обновлено около 11 тысяч квадратных метров тротуарной плитки. Причем она будет различной, в зависимости от участков площади. Работу ведет сочинская компания, которая не первый год благоустраивает крупные объекты курорта. Центральную часть мы отработаем гранитом, да, с наших уральских месторождений. Вот основные дорожки и покрытия, где идет основной поток отдыхающих, мы отработаем в клинкере. Клинкер – это современный материал, высококачественный, высокопрочный, с хорошими параметрами по долговечности. Вот. И боковые дорожки прогулочные мы отработаем в классической плитке. Цветовая гамма несколько изменится. Это будут светло-серые и бело-бежевые оттенки, гармонирующие с цветом фасада художественного музея, который, как было уже сказано, продолжает принимать посетителей. Благоустройство площади искусств планируется завершить в сентябре, то есть примерно через 3 месяца.